Друзья, всем привет, меня зовут Егоров Максим, вы смотрите мой канал «Ремонт без купюр». Я продолжаю свой ремонт в Клондайке, в моем салоне с интерьерными решениями. Сегодня мы будем клеить кварц-виниловую плитку, но не на пол, а на стенку, которая находится у меня за спиной. Это зал, в котором представлена кварц-виниловая плитка в моем салоне. Для этой стены мы выбрали вот такой вот декор, это производитель Fine Floor, хороший давно зарекомендовавший себя производитель, хорошую делает плитку. Она идет с фасочкой, у нее очень хорошо видно текстуру дерева, и она имеет 43-й класс износостойкости. Это плитка с замковым соединением. Есть сам замок и есть ответная часть. Они соединяются и скрепляются. У такой системы крепления есть лицевой замок и задний замок. Они нам сейчас будут немножечко мешать при начале работ, потому что они не дадут плотно прислониться к верхней части карниза. И с торца вот эти вот замки тоже не дадут нам вплотную подойти вот к углу, поэтому мы их будем срезать. В этом сложного ничего нет. Вообще сама плитка, в отличие, допустим, от ламината, режется намного легче. Не нужно какое-то специальное оборудование иметь. Для разовой самостоятельной укладки достаточно обычного вот канцелярского ножа. Теперь, значит, по самой укладке. Мы хотели уложить ее, приклеить ее вот так, но потом подумали, что это подчеркнет высоту. У нас и так здесь высота больше, чем ширина, поэтому мы решили, что буквально в последний момент уже расчертили здесь все и передумали, и решили, что нам нужно сделать немножечко это помещение шире, потому что с этой стороны стоят стенды с выставочными образцами, и мы захотели сделать его немножечко пошире и сделать это при помощи вот горизонтального рисунка, поэтому наклеивать ее будем по горизонтали. Лазерным уровнем отбит низ полиуретанового карниза, поэтому мы просто возьмем его как бы за основу, как за маячок, к нему пристыкуем первый ряд, и потом все остальные будем пристыковывать к этим рядам. За счет того, что кварц-винил имеет практически нулевой коэффициент расширения, его можно будет стыковать вплотную к этому углу, не боясь, что он впоследствии при расширении начнет сам себя отрывать, как это, ну, происходит с ламинатом. Здесь этого нет, поэтому мы будем стыковать прямо в угол. Отдельно хочу сказать чуть-чуть, прям два слова про подготовку, что здесь гладкая, ровная стена, отштукатурена в маяк обычной штукатурной смесью, сверху нанесен шпаклевочный состав, шпаклевочная паста, которая выдерживает нагрузки, так как у нас покрытие довольно-таки тяжелое будет, плюс клей, все это должно прочно держаться, поэтому, ну, обычная шпаклевка под водоэмульсионную краску сюда не подходит. Клеить будем на клей Arlock 33 при помощи специального шпателя, и сам клей будем наносить на стену и на кварц-виниловую плитку. Сложного абсолютно ничего нет, с этим может справиться каждый, не обязательно быть специалистом, нужно быть просто аккуратным человеком. Поэтому мы сейчас будем монтировать ее. Монтаж будет осуществлять Игорь, руководитель компании AquaTrade. Они занимаются профессионально монтажом ПВХ-покрытий.